Здравствуйте. Вы получили прибор Again. Вот так он выглядит. Вместе с зарядным устройством. Зарядное устройство нужно поставить сюда, чтобы его зарядить. Вот несколько часов нужно для зарядки. А здесь вы получили такой специальный джель для того, чтобы с ней было удобно с прибором работать. Открываем крышечку. Видите, здесь несколько таких электродиков. На эти электродики мы выдавливаем джель. Определяем, какие части лица мы будем лечить. Можно лечить вот здесь, лечить, работать. Можно лоб и можно вот эти вот части, брыльки, включая даже губы. Прибор работает для того, чтобы уменьшить те морщинки, которые существуют, улучшить качество кожи, стимулировать выработку коллагена и эластина, чтобы больше морщины не образовывались. Вот это самая главная кнопочка. Мы на нее включаем. Прибор работает. Он готов к работе. Видите, синенькая, это сейчас здесь видно беленькая, но она на самом деле синенькая лампочка, она горит. Вот эти две кнопочки, они реагируют мощность. Когда вы получили прибор, лучше всего начать с одной, с одного уровня мощности. Можно увеличивать, можно уменьшать. Вот. Значит, уже мы джель положили. Теперь мы нажимаем на середину, в смысле, вот на эту кнопочку. Видите, меняется. До этого лампочка не мигала, теперь мигает. 3 минуты мы сейчас будем лечиться. Работать, делать косметическую процедуру. Ну, например, я буду обрабатывать вот этот вот отдел. Значит, джель есть, и я начинаю активно крутить его. Я специально так поставила, чтобы вам было видно. Останавливать его нельзя, его нужно крутить. Энергия проникает внутрь. Вот. И сейчас, пока он не поменяет цвет на зеленый, он как бы считывает информацию, сканирует, проверяет качество кожи, какой вид кожи, насколько глубокие морщинки. И как только, вот сейчас уже изменился цвет, просто здесь вы его не видите, он сейчас поменялся на зелененький. Как только он поменяет на зелененький, значит уже сканирование произошло. Прибор он очень умный, у него там внутри типа робота такой. Вот, и он уже знает, сколько конкретной энергии в этом случае нужно вам давать вот на этот отдел кожи. Итак, мы работаем на всю эту область до 3 минут. Когда время закончится, вы услышите такую вибрацию коротенькую, и он выключится. Вот 3 минуты мы работаем. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Проверяйте, чтобы достаточно было джеля. Вот. Работаем мы как бы симметрично. Сначала вот эти области. Вот я работаю, потому что у меня такие брыльки. И я каждый день делаю процедуры вот на эти части. Вот 3 минуты тут, 3 минуты там. Просто мне жалко ваше время, поэтому я вам показываю. Потом переходите вот сюда. Видите, как бы мы меняем место, здесь кожа другая немножко, поэтому прибор опять начинает сканировать, проверять, какой уровень энергии нужен именно на этой части как бы лица, потому что здесь кожа тоньше. Здесь 3 минутки. Проверяйте, чтобы хватило джеля. Как только из синего прибор становится, начинает гореть зеленый огонек, значит, он уже все, как у меня здесь, он прочитал. И он уже, значит, работает конкретно на мою кожу. То же самое, потом 3 минутки здесь, а потом лоб. Вот у меня сейчас мало джеля, я добавляю. И начинаю обрабатывать лоб. У лба тоже есть совершенно другой как бы качество кожи. Здесь нет практически жира. Он опять с нуля начинает считывать. Вот он сейчас меня прожужжал, что 3 минуты закончилось. Вот видите, и мне теперь нужно опять, я включаю, нажимаю опять на эту кнопочку.
опять лампочка начинает мигать, и я продолжаю. Вот. Я сделаю вам достаточно быстро, чтобы показать все области, на которые я работаю. Например, вот у меня вот здесь морщинки, вот здесь. Поэтому я больше работаю на эту часть. И вот так вот я обрабатываю. 1-2 раза в день. Первые 3-4 недели нужно делать хотя бы 5 процедур в неделю. А потом уже поддерживающая терапия – это, так скажем, 2-3 процедуры. Можете делать хоть каждый день. Это хорошо, это как чистить зубы. Передозировки нет. Значит, запоминаем. 3 минуты здесь, 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 3 минуты здесь. Проверяйте, чтобы хватало джеля. Джель, он еще и дает питание, он увеличивает влажность нашей кожи. Вот, например, я закончила сейчас процедуру. Джель остался, я его аккуратненько положила на все лицо. Он немножко потом стянет. Вы можете оставить на какое-то время, можете потом смыть. Так работает прибор. Раз в 2 дня его нужно ставить на зарядку.